Снимаем нагрузку со всех позвонков. Сводим лопатки вместе. Ровная спина. Ладонями упираемся. Макушкой чуть-чуть вытягиваемся. Снимаем нагрузку со всех позвонков. Носки натянуты на себя. И несколько вращений плавных круговых движений стопами. И такие же плавные вращения в обратном направлении. Отлично. Всем доброе утро. Начинаем с положения сидя. Ноги выпрямлены. Ровная спина. Ладонями чуть-чуть поддерживаем себя. Расслабленные ощущения в пояснице, в спине. Руки выполняют, берут на себя часть опоры. Отлично. Продолжаем. Сгибаем одну ногу. Подтягиваем выше колена. Стараемся положить на бедро так, чтобы голеностоп у нас свободно свисал вниз. Второй рукой обхватываем основание стопы голеностопа. Чуть-чуть фиксируем вращение. Максимально расслабленная стопа. Мы плавно рисуем круговые движения. Можно также для более расслабляющего эффекта пальцы ног запустить между пальцами рук и сделать голеностоп максимально расслаблен. Мы вращаем рукой и рисуем круг в одном направлении и в другом. Медленные плавные движения. И еще раз в одном направлении. И еще раз в другом. Отлично. Выпрямляем ногу, меняем. Сгибаем ногу в колени. Стараемся положить на бедро, чуть выше колена. Либо, если получается, то можно ближе подтянуть ногу и положить максимально на бедро. Так, чтобы голеностоп свободно свисал и был максимально расслаблен. Одной рукой беремся у основания голеностопа, захватываем. Второй рукой либо за пальцы, либо за стопу, либо пальцы ног пропускаем. Захватываем в такой замок между пальцами, пальцы рук и пальцы ног. И круговые вращения максимально расслабим голеностоп. В обратном направлении ощущения должны быть приятные, без натяжения, без усилия. Максимально расслабленная стопа. Вращение делаем за счет руки. И еще раз в одном направлении круговые движения. И в обратном направлении. Отлично. Выпрямляем ее. Еще раз сгибаем другую ногу. И продавливаем либо большим пальцем, либо указательным, сгибая косточкой от большого пальца к мизинцу, от мизинца вдоль внешней части стопы к середине пятки, и потом от середины пятки к большому пальцу внутренняя часть стопы. У нас получается такой треугольник. Еще раз, основание большого пальца и вдоль пальцев к мизинцу. От мизинца по внешней части стопы продавливаем к центру пятки. И от центра пятки к большому пальцу. Еще один круг к мизинцу.
вокруг мизинца к центру пятки. И вот центр пятки по внутренней части стопы к большому пальцу. Отлично. И разделили стопу на середину. Вдоль средней линии продавить до начала основания пятки и вверх. Отлично. Во время продавливания фиксируем для себя, где максимально болевое ощущение присутствует. Вот в этой точке задержаться, надавить массажными движениями по часовой стрелке, против часовой. Стопа максимально расслаблена. Промассировать эту точку. Отлично. Хорошо. Выпрямляем ногу, меняем. Вторая нога сгибаем. На бедро, голеностоп расслаблен. И мы основание большого пальца к мизинцу продавливаем. Либо подушечкой большого пальца, либо косточкой согнутого указательного пальца. От мизинца мы по внешней части стопы продавливаем. К середине начала пятки и потом по внешней части от середины пятки к большому пальцу. Еще раз от большого пальца к мизинцу. От мизинца по внешней части стопы к середине пятки и от пятки по внутренней части стопы к большому пальцу. И еще один круг. Такой треугольник у нас должен получиться по внешней части. К середине пятки и по внутренней части стопы от пятки к большому пальцу. Отлично. Разделили стопу пополам и продавили среднюю линию стопы. Также либо большим пальцем, либо косточкой согнутого указательного пальца такими вкручивающимися движениями. Находим для себя самое болевое ощущение в стопе, в середине стопы. Надавливаем и приятными массажными движениями вкручиваемся, продавливаем. По часовой стрелке и против часовой стрелки. Отлично. Хорошо. Выпрямляем две ноги. Ровная спина. И натягиваем максимально носки от себя. Пальцами тянемся, стопы параллельно. И максимально натягиваем носки на себя. Выпрямляя колени. Можно даже оторвать пятки от пола. Еще раз максимально вытянуть от себя. Максимально вытянуть на себя, оторвать пятки от пола. Отлично. Хорошо. Разгибаем ноги, стопы плотно прижаты к коврику, ноги шире, чем ширина таза, где-то на ширине плеч. И мы делаем, опускаем два колена в стороны, так чтобы два колена прижались у нас к полу. Стараемся не отрывать ягодичные мышцы по возможности ощущения тазобедренных коленных суставов и попеременно такими плавными перекатами на левую, на правую сторону. Так, чтобы у нас два колена коснулись пола.
Ладно, перекаты. Стопы также перекатываются на внешнюю, на внутреннюю часть стопы. Колени прижимаем к полу. Начнем. Хорошо. Принимаем положение лежа на спине. Носки. Ноги выпрямлены, голова прижата, ладони вдоль корпуса, ладони разворачиваем и плотно прижимаемся к полу. И мы на вдохе прижимаем подбородок к груди, натягиваем носки на себя и поднимаем ноги вверх. Вдох и с выдохом опускаем ноги медленно. И расслабляем шею. И еще раз вдох. Оторвали голову, прижали подбородок. И вдох, вдох. Поднимаем ноги. Носки натянуты на себя. И выдох. Опускаем ноги, подбородок прижат к груди. В последнюю очередь опускаем голову. Еще раз. Вдох и выдох. Ноги опускаем голову. Сначала голова, вдох. Прижали подбородок. И подняли ноги вверх, пятками потянулись в потолок. И выдох. Опускаем ноги. Опускаем голову. Еще раз вдох. И выдох. Опускаем ноги. Опускаем голову. Еще один раз. Носки натянуты на себя, подбородок прижат, колени ровные, движения медленные, спокойные, стопы параллельны друг к другу. Еще вдох, подбородок и ноги. С выдохом опускаем ноги. Опускаем голову на затылок. Еще раз. Вдох. И последний. И с выдохом медленно опускаем ноги. Опускаем голову. Через круглую спину принимаем положение сидя. Ноги выпрямлены, носки натянуты на себя, ладони на уровне корпуса, вот мы упираемся, опускаем подбородок вниз, прижимаем груди, делаем выдох и со вдохом, прижимаем стопы, поднимаем поясницу, животом вытягиваем все вверх, взгляд в потолок, вдох и выдох. Носки на себя, подбородок прижимаем к груди, ровная спина, еще раз вдох, животом потянуться, плавно, и выдох, прижать подбородок к груди, носки натянуть на себя, еще раз вдох, и выдох, выпрямляем ноги, носки натягиваем на себя, подбородок прижимаем к груди. Еще раз вдох. И выдох. Выпрямляем колени, подбородок прижимаем к груди, носки натягиваем на себя. Еще вдох, живот вверх. Стопы плотно прижали к коврику. И выдох. Носки на себя. Подбородок прижали, ровная спина, ладонями чуть-чуть выталкиваем себя вверх. Еще раз вдох. Живот вверх, стопы плотно прижаты. И выдох. Носки на себя, выпрямляем колени, подбородок прижимаем к груди.
Последний раз вдох. И выдох. Отлично. Принимаем положение. Стоя на колени. Носки натянуты на себя. Ровное положение в корпусе. Руки под ягодичные мышцы. Начало задней поверхности бедра. Упираемся, чувствуя руку в обводу. Опускаем подбородок. Выдох. И со вдохом поднимаем взгляд вверх. Опираемся на лопатки. Упираемся ладонями в заднюю поверхность бедра. И отклоняемся до комфортной дуги поясницы, спине. Вдох и выдох. Выпрямляемся и прижимаем подбородок к груди. Вдох, отклоняемся назад до комфортного ощущения. Сводим лопатки, взгляд наверх, можно чуть-чуть дальше. И выдох. Выпрямляемся, прижимаем подбородок к груди. Расслабляем руки. Вдох, упираемся ладонями в заднюю поверхность бедра. Плавную дугу, раскрываем грудную клетку. Затылок немного назад. И выдох. Ровное положение. Подбородок прижимаем к груди, расслабляем плечи. Еще раз. Вдох, отклоняемся назад. И выдох. Прижимаем подбородок к груди, расслабляем шею, расслабляем плечи, руки, ноги. Еще раз. Дуга назад, раскрываем грудную клетку, упираемся ладонями. Вдох и выдох. Выпрямляемся и прижимаем подбородок к груди. Еще раз. Вдох, плавная дуга в спине. Растянуть всю переднюю часть, почувствовать натяжение. Раскрыть грудную клетку и выдох. Вернуться в ровное положение, прижать подбородок к груди. Еще один раз. Упираемся на лопатки, сводим лопатки вместе. Подбородок чуть вверх. Опираемся руками. Вдох и выдох. Прижимаем подбородок к груди. Отлично. Выпрямляем носки. Садимся либо между пятками, проваливаемся, либо на пятки, как комфортно. Руки на плечи и несколько вращений плечами назад. Максимально поднимаем локти вверх и через стороны опускаем вниз. И такие же вращения в обратном направлении. Свели лопатки через стороны, подняли локти вверх, опустили перед собой. Сводим лопатки. Во время вращения разводим лопатки друг от друга. На вдохе потянуться вверх, с выдохом опустить локти вниз. Отлично. Развернули плечи, локти через стороны и выводим руки, локти вверх, вдох. И через стороны опускаем вниз, выдох. Через стороны вверх, развернули плечи, локти потянулись вверх. Вдох и выдох через стороны. Свели лопатки вместе, сводим лопатки вместе. Через стороны вдох. Потянуться локтями вверх и через стороны. Сводим лопатки вместе. Выдох. Потянуться вверх и выдох. Сводим лопатки, отводим плечи назад. Через стороны вдох. Потянуться локтями вверх и через стороны опускаем вниз. Выдох. Руки остаются также на плечах.
локти на уровне с плечами и с выдохом. Округляем спину, сводим локти вместе со вдохом. Сводим лопатки, стараемся локти отвести максимально назад. Вдох и выдох, расслабляем шею. Вдох и выдох. Стараемся не скручиваться в животе. Ощущение только в лопатках. Вдох и выдох. Отлично. Открываем руки и со вдохом разворачиваем ладони еще больше вверх. Мизинцами стараемся развернуться, потянуться к потолку. С выдохом разворачиваем руки, скручивание вперед в плечах. Выдох, ладони наверх. Вдох, скручивание вперед, выдох. Вдох, скручивание вперед в плечах и руках, выдох. Вдох. Выдох. Выдох. Развернули руки вверх, вдох. И теперь сводим лопатки, локти, выдох. Руки в стороны, вдох. И сводим лопатки, локти, выдох. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Еще один раз. Вдох и выдох. Опускаем руки. Можем также сидеть на пятках. Берем руки в замок, ладони смотрят на себя. С выдохом скручивание в животе, округляем максимально спину. Вытягиваемся тыльной стороной ладони в замке, выдох. Со вдохом разворачиваем ладони от себя и выравниваем спину. Вытягиваемся ладонями вверх. Вдох, разворачиваем замок и тыльной стороной скручиваем, выдох. Округляем спину, ладони к себе. И со вдохом разворачиваем ладони наружу. Выпрямляем спину, вытягиваемся ладонями вверх. Вдох, разворачиваем замок, ладони на себя. Округляем спину, выдох. Со вдохом разворачиваем ладони наружу, вытягиваемся наверх, руки отводим можно больше назад, продолжаем вытягиваться. Разворачиваем замок и выдох. Со вдохом дуга назад, руки ровные в локтях, выдох, округляем спину. Вдох. Потянуться, прогнуться, вытянуться. Развернули ладони, выдох к себе. Округлили спину. И со вдохом. Вытянулись вверх. Руки в замке. Опускаем руки на затылок. Сводим лопатки. Локти назад. И несколько вытягиваний локтем вверх, не смещаем поясницу, также со вдохом растягиваем всю боковую часть межреберной мышцы до поясницы. Вдох, выдох, вернулись в исходное ровное положение. Вдох, вытягиваемся локтем к потолку. Выдох, ровное положение. Лопатки вместе, локти. Вводим назад, вдох и выдох. Вытянуться локтем вверх, потянуться и
выдох, вернулись в исходное положение. Потянуться локтем, почувствовать натяжение по всей боковой части корпуса, выдох, ровное положение. Вытягиваемся локтем от поясницы до локтя, натягиваем. Выдох, ровное положение, еще раз вдох. Вытянуться от поясницы до локтя и локтем потянуться вверх, выдох. Еще по одному разу на каждую сторону. И выдох. Вдох и выдох. Отлично. Опускаем руки. Выпрямляем ноги. Ложимся на спину. Расслабляем шею, плечи. Можно свести лопатки вместе. Ноги выпрямляем, натягиваем носки на себя и поочередно со вдохом поднимаем левую правую ногу, носок натянут на себя. Вдох, поднять ногу, выдох, опустить попеременно. Носок натянут на себя. Ногу в колени стараемся не сгибать. Отлично. Сгибаем ноги в коленях, прижимаем поясницу и теперь со вдохом выпрямляем две ноги вверх, носки натянуты на себя, ноги выпрямляем в коленях и выдох, сгибаем ноги, вдох, ровная спина, поясница прижата и выдох, вдох, пятками подтянуться в потолок, почувствовать натяжение в задней части. По всей задней части ног, под коленными суставами, и выдох, еще раз вдох, и выдох, с очередным вдохом фиксируем ноги, и теперь сделали выдох, и со вдохом потянулись носками, выдох, натянули носки на себя. Вдох, потянулись носками к потолку. Выдох. Носки на себя. Вдох и выдох, носки на себя. И выдох, носки на себя. Вдох, выпрямили колени. Согнули ноги в коленях и через круглую спину поднялись, выровнялись, выпрямили ноги перед собой, согнули в коленях и захватили себя за внешнюю часть стопы, так чтобы пальцы у нас где-то на середине. На средней линии стопы разделить и захватиться пальцами, если, ну так, чтобы ногтями не впиваться в стопу, где-то подушечками пальцев прощупать, так чтобы подушечки пальцев стали на среднюю линию стопы. Колени можно присогнуть. Мы стараемся чуть-чуть доразвернуть за счет натяжения в руках. И выровнять стопы, визуально проконтролировать, чтобы ноги были параллельны, стопы расслабить и почувствовать, что мы удерживаем за счет натяжения в руках. И натянуть на себя пальцы и вот себя пальцы ног. Руками чуть-чуть подтягиваем и выравниваем стопы так, чтобы было две параллельных линии. Пятки
носки. Можно чуть-чуть выпрямить, подшагнуть и выпрямить, довыпрямить ноги в коленях и продолжить также пальцы рук на средней линии стопы, подушечками пальцев впиться и натянуть стопы немного на себя. И пальцы ног натянуть на себя, от себя. Живот можно положить на бедра. Лично почувствовать, что мы давим стопами на пальцы рук, но при этом мы не двигаем голеностопом. Мы вытягиваем только носки. Пальцы ног на себя, от себя. Подушечками пальцев рук мы давим на среднюю линию стопы. Отлично. Выпрямляем ноги, разводим чуть по шее и максимально натягиваем носки на себя. Большими пальцами стараемся скрутить стопы вовнутрь. И потом плавно развернуть ноги наружу, постараться мизинцами положить, мизинцы положить на пол. Колени не сгибают. И еще раз вовнутрь. И наружу. Медленное плавное вращение пятками. Все время толкаемся вперед, следим, чтобы колени у нас не сгибались. Отлично. Еще раз наружу. Мизинцами стараемся дотянуться до пола пятками. И теперь вовнутрь. Призгибаем ноги, соединяем колени. Стараемся максимально теперь большими пальцами, но при этом натягиваем носки на себя. Еще раз выпрямляем ноги и мизинцами дотягиваемся до пола, не сгибая колени, пятками толкаемся вперед. Отлично, колени вместе, носки натягиваем на себя. Принимаем положение лежа. Пятки, ноги вместе. И теперь со вдохом поднимаем ноги и разводим носки в стороны. Опускаем ноги, пятки на пол. Вверх и с выдохом опускаем пятки на пол, носки вместе. Еще раз вдох. Носки в стороны, потянуться пятками в потолок с выдохом. Носки вместе, пятки опустили на пол. Еще раз вдох. Потянуться пятками в потолок. Выдох. Отлично, спина лежит на коврике, поясница плотно прижата. Вдох и выдох. Опустились на пол еще раз. Носки в стороны, пятки вниз.